Итак, я в этом видео хотел вам бы показать, как собирается гигамоид. Вот, он у меня замешан. И на самом деле от кубоида 5 на 5 на 3 сборка ничем не отличается. Вот, мы спариваем вот эти вот элементы, то есть вот эти ребра, углы, и собираем как обычный мегаминкс. Ну вот, к примеру, вот здесь вот. Чтобы спаривать, нам нужен один вращающийся слой. Этот слой у нас не вращается, потому что здесь, вот видите, идет линия, но здесь вот деталь уже другая. Значит, мы ее можем, как бы, по идее, вот так вот поставить. Вот. И эту деталь тоже можно так вот развернуть. У нас вот такой слой вращается. И теперь мы за счет него будем спаривать реберные элементы. Значит, одно у нас уже спарено, да? Спариваем реберные элементы. К примеру, вот это вот реберный элемент можно спарить вот с этим. То есть мы его ставим вот сюда вот. Вот. И вот так вот спариваем. У нас получается вот такая штука. Мы заменяем это на неспаренное ребро вот такими движениями и восстанавливаем слой. Вот. Ну, давайте, вот, чтобы доспаривать вот этот элемент, мы его берем и заменяем вот на этот, который у нас, скажем, вот. Например, можно поставить вот этот элемент, синий, и спарить его вот с этим синим. Через камеру просто плохо видно, но ничего. Значит, вот сюда мы можем поставить синий и заменить на вот этот вот, например, элемент, на вот это ребро. Вот. И так мы постепенно собираем все ребра, например, вот этот вот голубой, если вы видите, вот он. Мы должны его с другим голубым, в принципе, спарить. И это вот так вот постепенно мы, в принципе, делаем. То есть спарили вот так вот. И заменили. Ну, мы должны просто восстановить, скажем, эти элементы. Вот. Можно вот это ребро очень удачно собрать. Вот, скажем, вот это, и вот с этим его спарить, то есть ставим вот такими движениями вот сюда вот, то есть затем спариваем, а заменять будем, например, на вот этот вот. Вот. Вот он, если вы видите. Темно-синий элемент, скажем, да? Мы должны его спарить с другим темно-синим. Вот с этим, да? Можно спарить. Так. Мы его отсюда вытесняем. Да, вот так вот можно, например, вытеснить. И вот он у нас. Скажем, вот здесь вот на верхней стороне, да? Мы его ставим на вот это место, так, чтобы он стоял. И вот можем спарить реберный элемент и заменить его на вот это. В принципе, по идее, вот мы так спариваем все реберные элементы абсолютно одинаковым способом. Вот. Можно вот этот вот бежевый с этим бежевым спарить. Ну, это не, ну, ну это как сказать? Такой. Ну, бежевый цвет, да. Светло-светло-светло-желтый. Спариваем ребро и заменяем. Так, да, давайте уже вот это вот ребро закончим в самом деле. Что вот нам стоит? Вот. Опустили и поставили.
Затем мы должны спарить. Изменить на вот это вот. Ага, вот это вот ребро. А можно и вот это закончить, в принципе, ребро. У нас есть элемент, который у нас вот здесь вот стоит, да? Пускаем. И можем спарить. То есть, в принципе, так вот это все дело идет. То есть, можно, в принципе, по идее, спарить все реберные элементы. Так, вот это вот можно спарить. Заменяем на вот это вот не собранное. И восстанавливаем. Вот. То есть ставим вот так вот. Потом на верхнюю сторону его. Опускаем. И переворачиваем таким образом вверх ногами. С этим ребром. Так, это ребро мы можем поставить вот сюда. И спариваем еще один реберный кусок. Заменяем на не собранное вот это вот ребро. И восстанавливаем. Можно вот это вот ребро тоже собрать. По идее. Вот. Пока спарим только реберные элементы, но угловые вообще не обращаем никакого внимания. Можно вот это вот найти элемент. А, вот он. Вот. А, скажем, у нас, в принципе, вот... Так, так. Черт, 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 черт. А, господи, я думал, что... Я разобрал кубик, придется собирать заново. Нет, все, слава богу, в порядке. Спариваем. И заменяем на несобранное. То есть этим два опускаем и восстанавливаем. А, вот, и не забудем еще восстанавливать, восстановить вот этот вот слой. Также можно спаривать элементы и в кубе обычном 5 на 5 на 5 и в гигаминксе, то есть по такой методике. И собирать, но это намного дольше. А с этим кубом в самый раз. Такая методика. Потому что я не думаю, что можно спарить центральные элементы, как в гигаминксе. И реберные, это просто на гигамоиде невозможно. Грани просто блокируются. Блокироваться будут в этом случае. И все. Вот, спарили еще один реберный элемент и восстановили куб. Да, можно также спаривать и в 5 на 5 на 5 куб, и в гигаминксе элементы. Да и, в принципе, вот таким образом. Вот это вот надо ребро уже наконец-то собирать, потому что оно очень сильно разобрано. Всего 30 ребер, и это может занять много времени. Но я думаю, что... Я все-таки смогу их собрать достаточно легко.
Вот. Так, вот элемент. И мы можем, в принципе, собрать вот этот элемент. А это ребро, давайте мы сейчас его закончим уже наконец-то. Это вот ребро. А, вот, очень удачно получилось. Можем закончить его вот таким интересным способом. То есть спарили и убили его. Ну, то есть вот. Имеем вот этот вот элемент, синий и синий, то есть так вот их спариваем. Ну, на камеру это не видно, но я вот их спарил и заменил на не спаренный элемент. Так, это ребро мы спарили, теперь можем его перевернуть вверх ногами, чтобы другой цвет стоял. Внизу. Видите, мы его перевернули, и теперь мы можем вот спокойно вернуть разрушенную часть. И вот таким образом мы можем, в принципе, собрать... Так, интересно мне, где вот этот розовый цвет? Вот он. Да? Вот он. Так. Такое ощущение, что осталось совсем только немножко ребер собрать. Совсем капельку. И мы это можем сделать. Достаточно быстро, я думаю, мы это сделаем. То есть вот это ребро и сюда можно поставить. То есть мы можем вот так вот их поставить. И третье ребро, которое мы должны заменить, у нас... Будет вот этим, да? А, нет, это... Стоп. Да, это будет вот этим ребром. Только нам нужно его... Вот убрать отсюда, и теперь мы можем при спаривании этих элементов заменить вот так вот все. И сделать. Вот, реберный элемент вот здесь вот,
И вот этот реберный элемент мы можем развернуть вверх ногами. Это мы делаем для того, чтобы это было возможно собрать хоть как-нибудь. Этот элемент можем... А, у нас еще вот этот есть. Он у нас не собранный. Видите, здесь белый как бы цвет. Ну, ничего, ничего, ничего. Сейчас мы их соберем, соберем. Все, все соберем. Спарили. Заменили. Восстановили. Интересно. Так. Вот. Можем перевернуть вот это ребро. Спаренное, чтобы желтый цвет на другой стороне абсолютно еще стоял. Вот. Да. И у нас остается только два ребра, да? По сути. Вроде бы да. Это и это. Их надо поменять. Но казалось бы, как это сделать? Ведь все собрано, только два поменять. А на самом деле их три. Мы можем использовать вот этот вот красный цвет для замены. Тогда мы этот поставим сюда, и вот этот красный спарится вот с этим красным. То есть раз... И мы можем, по идее, так вот красный спарить. В принципе, вот что мы имеем. У нас все ребра собраны, кажется. Так, вот, все ребра. И мы следующим этапом должны просто собрать угловые элементы. Вот, к примеру, можно два элемента спарить и заменить на другой угловой элемент, так, чтобы это можно было вращать. Вот, один угловой, вот эта вот штука у нас собрана, да? Мы можем ее закончить. Как будем заканчивать? Значит, у нас есть вот, вот, вот он элемент здесь. На нижней стороне, значит, мы можем его так поставить, спарить. И заменить, то есть, и заменить, вот таким образом, все. И вот так вот спарить. Далее, вот этот элемент, который у нас может пойти сюда, мы должны спарить вот эту троечку. Вот он, вот, вот так вот. А затем мы его можем так вот такими движениями переворачиваем, вот. И спариваем уже целый угловой элемент. Один. Единственный угловой элемент у нас собран. Мы его уводим с дороги, и заменяем, например, вот этот угловой элемент, который у нас стоит вот здесь. И его мы же будем собирать, скажем. Ну, вот, например, вот у нас вот тут вот собрана вот эта штука. И нам нужно вот что собрать. Вот, вот они у нас. Мы... Ставим их вот так вот. Этот элемент мы развернем. Сейчас соберем цельный и потом развернем. Сейчас я объясню, для чего мы это делаем, на самом деле. Так. Вот. Это мы делаем для того, чтобы нам в дальнейшем спарить вот эту штуку, которую мы можем... В принципе, точно так же взять и перевернуть. Вот. Спарить угловой элемент у нас он так спариваться не будет. Потому что, видите, вот зеркальное. Мы собрали зеркальное ребро. Но ничего страшного, я думаю, не произошло. Мы можем, в принципе, собрать. Это еще нам пригодится, на самом деле, часть собранная. Вот. Можем собрать другой. Вот этот, вот-вот-вот-вот-вот, мы нашли его. Мы его нашли.
элемент на месте стоит, и мы можем его спарить вот с этим элементом. То есть вот так вот, раз, и развернуть. Так, вы видите, что у нас здесь затычка образовалась, мы не можем их разбить. Тогда мы их ставим вот таким образом, и вот эту вот часть мы убираем на вот три вот каких-нибудь вот этих элемента, чтобы все-таки каким-то образом их собрать. Вот как-нибудь, да? Можем их разбить, в принципе, то есть вот так вот ставим. Вот так вот их спариваем. И что нам нужно сделать? Смотрите. Мы должны вот это вот развернуть вот так вот, да? Чтобы потом спарить с этим. То есть, раз, два, три, четыре. Вот. Вот. И вот такими движениями мы собираем угловые элементы. А, мы же можем еще собирать угловые элементы, которые не вот такие полные, а срезанные вот эти, видите, с такими элементами. Мы тоже их же можем спарить. Часть из них, скажем так. Вот уже одна часть за нас спарена. Мы можем просто сюда вот поставить вот так вот. И спарить еще какие-нибудь угловые элементы. Вот эту еще одну часть. Значит, нам нужен вот этот элемент. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Спарили. Видите, у нас 4 элемента спарилось. Заменяем на вот этот. Все. Да? И вот. Все. Все собрано, ребята. Все собрано. Очень удачно у нас вот эта штука взялась. Пара спарилась. Мы ее разворачиваем вот такими движениями. Просто вот любыми движениями, чтобы у нас вот получилась вот такая штука. И мы можем... Теперь надо найти элемент. Так, где он у нас? Черт, 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 черт. Короче, вот эти два. И еще два элемента, которые... Вот, нашел, есть. Есть. Я их нашел. Но тут вот мы должны немножко... Так, нет, мы должны их вот так вот поставить на верхнюю сторону. Опять-таки... И вот так вот он у нас не прокрутится, потому что здесь у нас склеено. Тогда опять-таки мы их разворачиваем обратно. И сюда мы ставим какой-нибудь элемент, чтобы они вращались. Например, вот так можно сделать, да? Мы их можем развернуть теперь. И вот так поставить. Таким образом, вот у нас два собрано. Видите, синий с синим. Почему камера так плохо показывает? Никак не могу... Я этого понять. Эти два. С вот этими двумя мы можем очень удачно спарить. Видите, четыре элемента получилось. Четверкой загнать их вот сюда. И вот так вот поставить. Таким образом, мы достаточно так вот простым способом собираем все абсолютно угловые элементы, которые есть на этом кубе. Вот. Например, вот это мы можем спарить. Вот эти три. Вот.
И вот этот элемент мы должны спарить как бы его вот, вот таким способом. То есть сюда нам надо поставить вот элемент. Спариваем и разворачиваем его на верхнюю сторону. Мы можем его спарить вот таким движением. И вот самая сложная часть мы, по сути, сделали. Мы спарили вот эти четыре. Эти три спарить, в принципе, проще. Будет? На самом деле. Просто нужно, скажем, вот элемент, чтобы спарить его. Достаточно несложно на самом деле. Просто надо немножечко поискать элементы и проявить свою интуицию и логику. Хотя гонка достаточно простая, на мой взгляд. Если вы умеете собирать камуфляж куб, скажем, то я тут вообще ничего нового для вас не говорю. Надо понять принцип. Принцип такой, что мы спариваем просто вот деталь. Далее вот мы можем либо ее заменить, либо перевернуть. Можем перевернуть ее вот в это направление. То есть вот такими движениями мы как бы чувствуем и переворачиваем вот ее вот такими движениями, да? И спариваем полностью этот вот элемент. Затем переворачиваем и вот так вот. Вот. Я хочу спарить вот эти вот элементы, чтобы потом с этим спарить. Скажем. Вот. Вот давайте-ка мы вот с этим что-нибудь сделаем. А видите, как они стоят? Мы их можем так вот взять. И просто развернуть. Развернуть. Черт. Опять затычка получается. И она будет получаться просто потому, что вот здесь вот у нас два, скажем, раздельных элемента стоят. Тогда мы что должны сделать? Мы должны поставить, чтобы тут вот так вот стояли. А, вот, и мы можем, кстати, вот так вот сделать. Во, как сколько собрано. Мне это нравится намного больше. Давайте пока вот так вот соберем. И наша теперь задача не разрушить вот этот вот блок. А здесь у нас практически собрано, кроме одной вот этой детали. Этой серой. Серая деталь, она у нас, к сожалению, не встала на свое место. Но ничего, мы сейчас ее поставим. Возьмем вот так вот. Развернем. Вот. И у нас вот тут вот может, по идее, серый с серым спарится. Развернем элемент. И серый с серым у нас спаривается, да? Достаточно легко. Затем мы развернем этот элемент и вот так вот его. Спариваем. У нас вот тут уже очень хорошо спарились вот эти два кусочка. Давайте мы их развернем, чтобы при разбитии у нас они разбивались только друг от друга, но не именно спаренные два куска. Скажем так. Не понял, что меня тут сбивает так.
А вот сбивает меня вот этот вот элемент. Или вот это ребро закончить. К тому же я могу это сделать, вот. Да. Нет, да. Походу, да, смогу, смотрите. Что мы сделаем? Чтобы здесь затычки не было, мы вот это развернем. Затем перевернем вот такими движениями. И спариваем. Спариваем друг с другом два куска, две полоски. Раз. И разворачиваем. На всяком случае, здесь у нас есть два куска, которые можно спокойно спарить друг с другом, даже не заморачиваясь. Вот. Мы видим, что у нас уже очень много спаривается, потому что очень много головоломки собраны. Видите, уже часть элементов спарены. Вот, это, в принципе, наша цель в этом состоит, чтобы потом собрать все это как обычный, известный всем нам Мегаминкс. Вот. Вот есть Мегаминкс, а есть Мегаминск. Вот. Вот. Почему Минкс? Вот это вот. Минкс. Ну, додекаэдры называются минксами, да? А кубоиды додекаэдры моидами. Это гигамоид, например. Может быть, терамоид сделаю, не знаю. Петамоид точно когда-нибудь сделаю. Терамоид, не знаю. Не нужен мне почему-то. Что-то мне нравится петамоид намного больше. Вот. Мне хочется это ребро доделать. Я не хочу так вот его взять и забросить. Я хочу его реально дособирать. А почему я не могу найти элемент? А, вот в чем дело. Нам надо искать не вот этот элемент, а вот этот. А этот элемент у нас... Вот он, вот он, вот он. И мы можем его просто загнать вот так. Или, например, вот так. Чтобы не разбивалось вот это все. И посмотреть, как у нас он будет спариваться. Спаривать его будем вот с этим элементом. Вот он у нас. Мы можем его развернуть. Вот так вот. И видим, что у нас опять тут затычка происходит. Когда мы его разворачиваем уже наверх. Наверх. И вот такими движениями, да, можем его развернуть. То есть раз, два, три, четыре. И вот так поставить. К сожалению, мы ничего так и не сделали, походу. Еще немножко сложно сосредоточиться, когда на камеру собираете, но ничего страшного. Сделаем, я думаю. Все сделаем. Можем развернуть. И это вот. Вот, мне хочется вот что-то вот с этим сделать. Или с этим. Что-нибудь сделать. Можем... А, вот что мы можем делать, смотрите. Мы можем это вот ребро развернуть на верхний слой. Это мы делаем с той целью, чтобы у нас вот так вот все произошло. Вот. И можем тогда его с зеленым, наверное, спарить. Зеленым цветом. Вот. И теперь эти два поспарим с красным. Красным, который у нас, в принципе, может вот здесь вот находиться. Так. Опять-таки. Смотрим. Встанет ли у нас вот он вот так вот. Не встанет. Тут затычка образовалась. Черт.
мы эту затычку будем сейчас исправлять. Смотрите, как мы ставим вот сюда вот. И здесь вот мы его развернем. Он станет вот сюда, и мы можем потом это спарить. Понимаете, да? Вот. Все просто. Не мудрите, ничего. Не надо эту головоломку приводить в форму куба, пытаться что-то собирать. Вот этим методом, на мой взгляд, собирать лучше всего, в принципе. Вот. Я сейчас спарю вот это вот элемент, вот оно у нас, да? И вот мы можем с этим спарить, да, да, наконец-то. Главное, чтобы здесь вот я вот ничто ни с чем не спутал, скажем, уже. И все-таки смог собрать, да? Все смог собрать. Вот. Мне вот очень хочется вот что-то вот с этим сделать. Все же практически собрано. Осталось только чуть-чуть. Самую капельку буквально. Да, с полного спаривания элементов. Жалко только, что почему-то вот так вот этот темно-синий не виден на камеру. Но я думаю, что вот так вот можно поставить. Разворачиваем, просто разворачиваем и спариваем, есть, развернем вот так вот, и можем просто вернуть на свое место, Так, очень много на самом деле еще у нас осталось, но ничего, сейчас быстренько все сделаем. Поворот этих элементов у нас будет осуществляться вот таким образом. В принципе, можно вот так спарить три элемента. Вот. Так. И вот так. Парили, и два куска разворачиваем наверх таким образом, чтобы у нас они только вот так вот, две полоски могли разбиваться. Один кусок есть, собран, и нам нужно собрать вот этот. Спарили. И перевернули его. Вообще, куда нам нужно его развернуть? Туда мы его развернем, да. И теперь мы должны спарить еще один угол и заменить на какой-нибудь другой несобранный, чтобы он у нас мог разбиться. И все, мы, по сути, собрали вот это все. И мы можем спаривать теперь вот это вот, этот угловой элемент. До полного его, скажем так. То есть мы должны их просто спарить. Этот с этим давайте спарим. Фиолетовый с фиолетовым. Фиолетовый ставим на верхнюю сторону. Уводим. И вот сюда можно поставить вот этот вот фиолетовый. Раз. Два. Затем два фиолетовых мы можем спарить. Они у нас зеркально стоят, мы их спарить, ну вот, к сожалению, не можем.
Тогда у нас вот эти есть два фиолетовых цвета, вот они у нас. Которые у нас уже спарились сами собой каким-то образом. И опять-таки мы не можем ничего с ним делать, потому что здесь у нас фиолетовый не собран. Очень хочется собрать фиолетовый цвет. Сборка, она просто долгая, этого куба. Я хочу показать ее всю, скажем так, но уже... Просто хочу показать, что... Я вот всю сборку могу сделать, вот. Развернем и перевернем вот таким движением его. Так, у нас есть вот, вот этот вот элементик. Элементик, я сказал, который мы можем. Спарить. Вот с этим. Перевернуть. Просто перевернуть. И вот так поставить. Разворачиваем. Еще раз. Ставим вот это. И это можем развернуть. Доспарить. Третий элемент поставить, чтобы получилась полосочка такая, да? Да. У нас есть полоска. И у нас есть вторая полоска. Мы эти полоски спариваем, получаем элемент. Цельный угловой элемент. Вот. Все же наклейка тут отклеилась. Одна. Обидно. Покупаю за бешеные деньги суперклей, а он дерьмового качества. Черт. Черт, черт, черт. Не знаю, я вот их, кстати, вот почему-то вот очень сложно вот это вот на бумага клеится, вот, не знаю, наклейка, да, я делал кубик еще, заметил, что очень трудно, потому что мелкие наклейки приклеиваются именно вот из этой бумаги сделанные. Довольно-таки, почему-то вот как-то вот тяжело, не знаю. Осталось нам раз, два, так, короче, давайте просто собирать и все. А там потом посмотрим, как у нас все будет собираться, скажем. Интересно, сколько времени у меня еще займет для на сборку этого куба. Просто мне интересно, как я... Я же просто как бы, вот, собрали и развернуть можем вот до такого состояния.
Вот. Спариваем. Заменяем на другой. Восстанавливаем. Разобранные части. И у нас получается, по сути, что собраны у нас вот, точнее, не собраны, вот только вот эти угловые элементы. Мы их развернем. Очень, очень сильно развернем. Так. Раз и два. Спариваем их. И вот такими движениями можем поменять. Вот, мы можем спарить вот этот вот и этот вот. И вот у нас получается такая штука. Вот. Походу два только блока остаются, да? Конечно, надо было их в первую очередь собирать. Ну ничего. Я думаю, сейчас мы соберем один блок, я думаю, вот таким образом, да? А второй блок у нас вот такой получается. Придется, к сожалению, разбивать уже собранные блоки. Вот эти вот срезанные, скажем. Ну... Я думаю, что... Вот. То есть, вот так вот собрали полоску. Вот. Развернем. Вот так вот. Вот. Можем теперь вот это собрать. Развернуть вот это все. И вот так поставить. Далее мы можем... Как бы вот... Так вот это спарить. Вот так вот, вот, вот. И... И вот так вот вернуть на свое место. И у нас остался только лишь один угол развернут, да? На самом деле, это не так, потому что у нас на самом деле развернута вот эта вот часть, а угол у нас стоит правильно. И нам придется сейчас, к сожалению, скажем, немножко пересобирать эти два блока последних, чтобы
все у нас встало как надо на свои места, имеется в виду. Ну, я думаю, что мы сейчас, в принципе, справимся с этим. Немножко тяжело собирать последние два блока. Надо было все-таки каким-то образом дать... Все-таки немножко заканчивать именно, скажем, разрезанными блоками, вот. И у нас остаются вот эти детали, которые можно, в принципе, собрать, используя вот эти блоки. То есть... Мы можем спарить вот этот блок, используя вот эти вот детали. То есть раз и раз. Вот. Теперь мы этот блок перевернем. И спариваем это. Затем мы это развернем. И мы можем вернуть куб на свое место. Но у нас еще не спарена вот эта вот часть, скажем, да? Она у нас не спарена. Тогда нам надо, по сути, поставить вот эту часть вот сюда. Вот эту часть вот сюда. Теперь вот так вот поставить и развернуть это все. Надо было, конечно, мне, скажем... Так, вот, так, вот так вот все делаем. Ой. Устал очень сильно на самом деле. Сборка все-таки довольно долгая, на камеру это еще сложнее делать. Сосредоточиться и понять вот все происходящее. Да еще и объяснять, как это собирать. Не думал, что будет так тяжело. На самом деле. Спарили штуку и разворачиваем ее. Вот. И теперь нам надо опять-таки собрать этот блок. Разбиваем вот эти вот блоки. То есть вот так вот делаем и заменяем вот этим блоком. Итак, у нас есть вот такая штучка. Мы можем так спарить, затем увести в сторону и вот так поставить. У нас одна штучка, как бы кусочек собран, и мы должны вот этот вот собрать. Я думаю, это мы можем сделать вот так вот. Раз, развернем и вот так поставим. В принципе, надо немножко подумать, куда и что ставить. Ну, принцип, я думаю, вам понятен этот принцип. Надо только пораскинуть мозгами. Чуть-чуть, совсем капельку. Я просто уже тут туплю, я немножко устал, объяснял, как собирать этот куб, и поэтому сейчас уже мало чего соображаю. Что и как делать, но надо было сначала, конечно, собирать вот эти большие блоки, а потом эти маленькие, тогда все бы сошлось. Сейчас я просто, к сожалению, немножко, скажем, уже затупил. Но...
разворачиваем этот элемент для того, чтобы можно было спарить. И разворачиваем. То есть наша цель, в принципе, главное собирать большие блоки изначально, а маленькие в конце. И тогда проблем, как у меня, не будет. Я сейчас просто немножко затупил, я вам говорю. Вот. Спариваем элементы. Один элемент спарили. И его же мы вот так вот ставим на место. Опа. И вот эти остальные элементы, за счет того, что они постоянно блокируются, когда мы их поворачиваем, мы можем собрать их. Завершаем сборку вот так вот. Вот. У нас есть этот и этот вот. Спариваем, заменяем. Все легко и просто, ничего сложного. Есть. И у нас остаются опять два блока, но уже маленьких. Мы эти два маленьких блока ставим вместе друг к другу, чтобы они у нас были вместе, вот так вот. И их просто спариваем. Раз, элемент. Вот он. Затем вот так вот два. Ай. Два. Элемент. И у нас остается только два маленьких вот этих кусочка, чтобы поменять, да? Тогда мы... Это означает то, что на самом деле их три. Потому что есть третий как бы кусочек, который у нас вот здесь вот, видите, синий. То есть мы его вот так вот ставим. И ставим вот так. Вот. Вот. Такими движениями это можем собрать. Я бы хотел бы вот этот вот кусок спарить. Потому что вот он вот так стоит. Немножко не так, как нам нужно. Мы его спариваем и разворачиваем. На верхний слой. Такими движениями. Спариваем и ставим вот так вот. Или как-нибудь по-другому, я думаю. Его можем поставить. Короче, давайте сделаем так. Давайте мы его просто соберем как тогда. Вот в таких случаях, как правило, давайте мы его соберем, наверное, как Мегаминкса, там посмотрим. Как, что и как будет. Вот. Потому что тут как бы вот в этом дело. Конечно, с последними двумя блоками не все так легко и просто может быть, но
принципе, ничего страшного в этом кубе нет. Тактика, ну вы поняли, какая. Просто надо спаривать его как до Мегаминкса, и все. И потом просто собрать. Вот интересно, вот сейчас вот можно будет их спарить. Смотрите, вот видите, можно их вот так вот поставить. Раз, затем. Так. Вот так можно сделать, да? То есть мы его ставим вот сюда. Подставляем сюда синенький. В этот восстанавливаем. В другую сторону, черт. Да, и ставим обратно. Все, мы видим, что мы вот исправили наш недочет, и теперь можем собирать его уже спокойно. То есть, в принципе, это не должно быть особо сложно собрать кого как Мегаминкс. То есть, так. Ничего, сейчас справимся. Я хочу сказать, что на самом деле я гораздо больше устал, собирая его на камеру, чем тогда, когда я собирал его, скажем, просто когда собирал его, не на видео. Но, в принципе, я хочу сказать, что пусть вы увидите, что я могу собирать такие штуки. Вот черт. Все-таки руки устали уже.
Вот. У нас осталось последние стороны уже. Собрать буквально. Одно ребро ставим. Второе. Третье. Вот. В принципе, без проблем можно собрать его сейчас, потому что уже все спарено. Втыкаем угловые элементы. Еще раз можно делать это. То есть так это и работает, в принципе. Наконец-то. Короче, по сути, ребята, что мы сделали? Мы спарили вот эти угловые элементы, собрали его как мегаминкс, видите? То есть без блокировки. Я хочу вам сказать, что именно этим способом, вот этим спариванием, собираются очень многие головоломки. Поэтому это первый способ, которым вы должны думать, получая любую головоломку. Именно вот как вот именно вот похожим способом, каким-то нибудь спариванием, собрать. Потому что, да, сборка была долгая, но зато она логическая. Вы видите, никаких формул, никаких заморочек, никаких частных случаев. Все собирается интуитивно здесь, хоть и долго. Вот. Зато форму куба не приводит, собирается все логически и интуитивно. Я терпеть не могу формулы в любом виде, которые мне предлагают, воспринимают только систематизированную информацию. В принципе, я хочу сказать, что кубоиды все собираются точно так же, любые, абсолютно. И 7 на 7 на 5, да, 5 на 5 на 5 спаривается. 3 на 5 на 7 спаривается, да, 3 на 3 на 3, там намного сложнее. Там блоки... Как бы 2 на 3 ряда у них, то есть они там больше блокировки сторон. Но в принципе, если постараться, можно и его собрать 3 на 5 на 7. То есть, в принципе, любой кубоид собирается так. Надо просто по-разному смотреть на него и понимать, как это делать. Вот именно по такой технологии очень многие кубы собираются. Спаривая эти элементы. То есть вот сколько можно кубов собрать, понимая этот простой метод. Достаточно просто. Сборка была простой, в принципе. Просто последние два блока надо немножко подумать, как их собирать. Как бы вот. И все. А все остальное собирается автоматически. В принципе. А это был гигамоид. Потрясающая головоломка. Я нисколько не пожалел, что ее сделал. Я еще буду делать другие модификации из гигаминкса. Гигахиксаминкс обязательно попробую.